спросить, пожалуйста, коллеги. Я хотел бы сегодня рассказать о том, что из себя малому бизнесу, это такой ключевой документ, он был и остается ключевым. И, собственно, прошлый год, как уже Владимир Андреевич сказал, был во многих показателях рекордным. Ну, количество субъектов МСП превысило 6,3 миллионов предприятий, банковское кредитование, да, хотелось бы больше, но опять-таки это рекордные практически 16 триллионов кредитов. То есть у нас есть рекордные показатели и в других сегментах альтернативных, например, там привлечение через краудфандинг, облигации, но это пока нишевые инструменты вот в объемах кредитования именно банковского сектора. И вот та сущность, которая появилась новая в прошлом году, я имею в виду проекты технологического суверенитета, она тоже пока идет, ну, не просто, откровенно говоря, идет. К текущему моменту в реестре у нас 11 проектов на 243 миллиарда. Наверное, это не совсем там те цифры, которые мыслились инициаторами этого инструмента. И, в общем-то, откровенно говоря, малого бизнеса там нет. Он вот в текущей конфигурации, он даже для крупных банков и крупного бизнеса довольно тяжелый механизм. Для малого бизнеса он нерелевантный. И, конечно, мы очень много усилий прикладываем, чтобы в новом нацпроекте, как бы он ни назывался, критерии для МСП в техносуверенитете были сформулированы отдельно, чтобы банки могли этим инструментом пользоваться при финансировании. Если говорить про нацпроект, то вот мы в текущем мониторинге видим, что целый ряд показателей уже перевыполняется, там 20-25%. Тут, конечно, у нас возникает иногда такая дилемма оптимиста-пессимиста со стаканом, полным или пустым. Это мы так хорошо работаем на благо малого бизнеса? Или мы такие KPI не очень амбициозные сформулировали, чтобы их достижение и перевыполнение было, ну, такой рутинной задачей? Ну, конечно, это риторический вопрос. Ну, у нас, например, банки, мы в топ, по прошлому году в топ-5 по выдачам кредитов МСП входим. Амбициозные цели и на этот год ставим, хотя, конечно, ставка в 16%, ну, для многих предприятий является практически заградительной. Для обрабатывающих производств, которые у нас сегодня вот в фокусе нашей сессии, средневзвешенная ставка сейчас в районе 14%. Ну, конечно, это дорого. Конечно, это дорого, хотя если брать там некоторые другие отрасли, и их немало, там средневзвешенная уже 20+%. Но это, конечно, совершенно некомфортные условия, и тут, конечно, для работы огромный потенциал. И еще один момент, я вот сказал о том, что у нас перевыполнение целого ряда показателей есть в нацпроекте, а еще параллельно у нас существует стратегия развития малого бизнеса до 2030 года. Такой ориентир 40% доля МСП в ВВП. И вот этот показатель у нас, ну, очень странный. То есть я вот как финансист, я далек от популизма, собственно, мы там в банке тоже понимаем, что и бизнес-планы, стратегии – это рабочие инструменты, и там из-за внешних обстоятельств они могут корректироваться, трансформироваться. Вот если брать этот ориентир 40%, мы к нему вообще никак не стремимся, и это вообще не зависит от текущей обстановки. У нас показатель доли МСП в ВВП не рос ни до санкций, ни до ковида, он просто не растет. И, конечно, если сейчас мы там по итогам 2024 года бодро отчитаемся о том, что нацпроект мы успешно выполнили, а стратегию в этой части не реализовали, ну, наверное, какой-то вот диссонанс я внутри все-таки определенный чувствую. В этом направлении, конечно, стоит работать. Еще несколько практических комментариев. Один из таких важнейших направлений, которые мы видим для себя и как банк, и в целом рынок видит, это, конечно, цифровые финансовые активы, цифровые финансовые инструменты для МСП. Перспективы огромные, и интерес есть, и мы видим, что у инвесторов аппетит к этим продуктам поднимается. Мы, конечно, хотели бы, чтобы больше было прозрачности, больше было понятности как с точки зрения инфраструктуры, так и прозрачности эмитента, потому что там есть некоторые заблуждения о том, что при выпуске ЦФА не нужен там готовить какой-то там финансовый анализ, не нужно предоставлять никаких документов. Ну, конечно, ответственный инвестор не может принимать решение о вхождении там в такой инструмент, если он делает это в темную. То есть если мы хотим, чтобы у нас ЦФА работали на технологический бизнес, хотя бы как среднесрочный механизм инвестирования, конечно, должна быть прозрачная история, иначе у нас ЦФА просто превратится там в спекулятивный актив там с сумасшедшим там космической стоимостью на риск. И в этом отношении ЦФА, конечно,
очень хочется, чтобы вот был баланс, то есть ЦФА не там облигации 2.0, но вместе с тем и не там некий спекулятивный актив, а работающий инструмент. У нас сейчас очень интересный пилот, мы как банк участвуем, это кредитование через ЦФА и МСП. Ну, понятно, в выпуске ЦФА уже никаких откровений нету. Там суть пилота в том, что в одном проекте завязывается не только, собственно, кредитование, но и обеспечение в виде залога недвижимости, то есть количество акторов этого процесса, оно увеличивается. То есть здесь и нотариальные услуги, и оценка, и взаимодействие с Росреестром. Вот очень интересно, посмотрим, получится ли все вот это вот в едином цифровом поле с выпуском ЦФА увязать. Ну, соответственно, расскажем по итогам, как это все получилось. И еще, наверное, там два коротких комментария, так называемые проблемы роста, я их назвал, это самозанятость и МСП+. То есть вот у нас с самозанятостью получается такая странная ситуация. С одной стороны, мы решаем важную задачу по выводу из тени, с другой стороны, мы вымываем трудовые ресурсы у тех же индустриальных предприятий. Более того, мы видим такую тревожную картину, когда самозанятыми из-за регуляторного арбитража становятся бывшие предприниматели. Вот это очень как бы такая неправильная ситуация, и точно она не мыслилась теми, кто этот институт вводил. На мой взгляд, в новом нацпроекте обязательным критерием должен быть наоборот, то есть стадия, траектория бизнес-роста от самозанятости к индивидуальному предпринимательству, а не наоборот. И вот следующий как раз пример правильного роста – это МСП+, которые там вышли по показателям оборотов рабочей силы из МСП, и их поддерживать нужно, там полностью поддерживаем историю и с там, сохранением части льготных программ, и с возможностью там, зонтичным поручительством пользоваться и так далее. Главное, чтобы это просто не получилось за счет МСП. То есть периметр поддержки крупного бизнеса, он должен быть все равно самостоятельным, чтобы эти вещи не пересекались, чтобы не было такого финансового людоедства одних за счет других. Так, у меня уже тайминг обнулился, я там просто короткую фразу скажу, закончить там, перефразировать фразу своего шефа, профессора Высокого. Выполнить нацпроект – это, вообще говоря, долг, перевыполнить – честь. И наша работа в этом плане продолжается.